что вот-вот начнет свое уникальное шоу «Малыш», которого зовут Ярослав Марков, и ему всего лишь 4,5 года. И он тоже хочет показать вам какой-то класс. Он сел на мотоцикл, вы не поверите, в 2,5 года. А в 2 года, буквально в год он научился ходить, а в 2,5 уже сел на свой первый мотоцикл. Представляете? И вот уже спустя 2 года он решил вот приехать сюда к нам в Республику Мариэл для того, чтобы нам с вами подарить на День города такой подарок. Да, может быть, он совсем маленький, мы сейчас будем за него бояться, да, переживать. Но поверьте, этот малыш будет сейчас перед нами показывать невероятные для его возраста трюки. Я думаю, что каждый из вас будет просто воодушевлен и вдохновлен, и тоже захочет своих детей отдать в мотоспорт. Ну классно же, здорово! Если... Thank you.